стороны, если покажешь, вот отсюда видно крепость. Вот. Ага. Видно крепость, да. На камере вряд ли. Там не остались, да, ничего в этих блоках? Кухня крутая. Вообще. Женя, ну-ка зацени. Зацени цвет вообще интересный. Да, так мы уже везде этот белый цвет делают. Вот такие. Потолок с какой-то в Rolls-Royce. Да как так все может быть-то красиво? Покупайте у нас квартиры, покупайте у нас квартиры. Друзья, привет всем! Сейчас будем вам показывать жилой комплекс «Экомарин». Ребята говорят, что здесь прям все круто будет. Сейчас посмотрим. Так, друзья, мы заехали. Без комментариев. Смотрите. Три бассейна здесь? Фонтан. Фонтан? А, пока ничего не работает? А почему? Летом? Ну, опять какой-то рай, да? Они прям рай делают на земле. Вот так выглядит вход в подъезд. Сейчас я поднимусь вот на вот эту площадочку. Попробую вам сверху все снять. Да, вот здесь видите фонтаны, все это будет, представьте, работать скоро. А, вот здесь вот видите горки. Чум. Там вот это вот тоже фонтан. Еще бассейн. И еще бассейн большой. Давайте здесь спустимся. Там у нас представитель офиса продаж подошел. А вот этот, смотрите, большой уже. Ну, очень круто, опять же. Итак, это такой лифт. Цыганщина, но это лакшери. Лухари. Лухари. Значит, здесь находится парковка прямо внизу. Кстати говоря, почему, например, наш бесплатно, друг... что ли, опять? Да. Да. Почему наш друг Малик здесь купил, также ему понравилось, потому что, нажав на лифт, да, можно спуститься прямо в... на парковку. На парковочку, да. Вот так. Есть кладовки, отдельные кладовки у каждой квартиры, ага, открытые парковки. Кладовки, то есть бассейн. Велосипед, да, туда что-то? Велосипед. Что? Мопед? Да, кто-то только ковры держит, то еще что. Ага, понял. Что за начка там? Мойка для машин есть также? Мойка для своя машин. Своя мойка для машин. Не, ну это очень удобно. Шаттл на пляж 4 раза в день. На пляж трансфер? 4 раза в день. День. А здесь трансфер 8 дней на рынок? Даже это же мать. Автобник идет на рынок. Куда идем? Да. По вторник идем на рынок. Все готовы? И вечером. Все сели? Все. Я предупреждал. Будет чартер. 3 плюс 1, друзья. То есть это 4-комнатная квартира. Она уже идет у нас полностью. Можем будет договориться с мебелью. Решим. Нет, не проблема. Здесь на самом деле главное определиться с квартирой. Все остальное можно торговаться. Поэтому, друзья, новая мебель. Огромнейший балкон и окно, непонятно сколько метров. Пройдите, сними вот это, как бы, это еще самое интересное наверху. Да, да. Да, да? Значит, друзья, есть, вот если ты отсюда снимешь. Сейчас, с той стороны. Да. Вот дальше еще есть проект по Каргузяку, тоже мы вам покажем. Значит, здесь есть квартира. Где со своим полом? Да, где? Это она? Да, это квартира Сурсина. Это вот эта территория? Да. Еще позади там. Где-то 15 метров. Ничего себе, тут, да, участок. Да. Смотрим, с этой стороны, если
покажешь, вот отсюда видно крепость. Вот. Ага. Видно, ну, крепость, да. На камере вряд ли. Там не остались, да, ничего в этих блоках? Там только вот здесь. А, так тут люди живут. А почему сейчас не работают фонтаны? Летом только заработают? Летом, да, шумно. А, шумно, да? Мы сейчас покажем, что еще внутри. Значит, квартира осталась здесь одна, один плюс один. Вот сюда смотрит? Да, смотрит. Вот туда. Этаж. Вот туда, на море. Да, солнце будет греть эту квартиру. Также есть вид на крепость и на море. Так, изюминка этой квартиры. Вы скажете, ну что тут такого? Пойдемте. Значит, это, так сказать, да, что просторно, в принципе, грамотно зонировано, столовая. О, так подожди, тут такая кухня прикольная. Кухня крутая. Да, вообще. Женя, ну-ка зацени. Зацени цвет вообще, интересно. Да, так мы уже везде этот белый цвет делают, вот такие. Оборудование идет, что-то крутое. Здесь комната, квартира идет уже оборудование, мебель, ой, с бытовой техникой. Значит, одна спальня здесь. Детская комната. Здесь, да, со своим санузлом. Ага. Со своим балкончиком. И со своим гардеробом. Или комната для тёщи. Да, или комната для тёщи. Кладовка. А, это балкон, он свят. А, не, маленький, отдельный балкон. Да, это так чисто для себя. Вон коровка. Коровка. Бананы есть. Да. Можно коктейльчик делать из бананов и молока. Так, и отдельно у ребенка санузел здесь. Слушай, круто, как ребенок живет. Да, теперь пройдем самое интересное. Ну что ж там такое, я прям не знаю. Вот как раз ты спрашивал, есть ли квартиры с ванной? Да. А, есть, да? Вторая спальня. Тут джакузи. Да. О, что-то там интересненькое я вижу. Да, подожди, еще подожди, в конце сам подожди. Так, здесь у нас проходим. О-о-о. Теплый пол тоже, что... Теплый пол, это значит, что, ребята, что дом сделан недешево, и где есть теплый пол, там считается как бы... Да, здесь круто, да, теплый круто. Пол? Да, теплый пол. Далее. Еще одна гардеробная, уже как бы на квадратах, здесь, наверное, сколько, 9? Ну да. 9 квадратов. Спальня, комната, посмотри, как интересно сделано, да? Да, да, вот это как... Солнечный свет как будто. Да. Свой выход на балкон. Также вообще. Дизайнера можно попросить прямо застройщика, можно свои. Опять же, мебель и услуги дизайнера также можно варьировать скидки или добавлять, не убавлять. Короче, общаться можно всегда. Здесь это турецкий рынок. В общем, друзья, как обычно, все цены будут по запросу. Сейчас мой телефон появится у вас на экранах. Задавайте вопрос, я вам весь прояснись, вышлю все, что осталось. Самое интересное. Самое интересное. Вот, друзья, зачем эта квартира стоит, внимание, сколько? 298 тысяч. Я скидку взял. 298 тысяч евро. Да ладно. Свой собственный бассейн. Сейчас понятное дело, что его не чистят, потому что зима, ветер. Ну, конечно, когда вы приобретете эту квартиру, бассейн также, наверное, входит в Айдат, правильно? Его также чистят. Добавочно. Нет, добавочно. Нет. Ребята, договоримся. Добавочно. Вот корову ты снял что-то? Да ладно. Значит, вот. Одна одинокая такая корова посередине. И супер-супер вид на море. За 2 месяца вот, 400 лир будет стоить, если ухаживать за этим бассейном, друзья. В принципе, это... Там тоже, да, свой же бассейн? Да. Да, в каждом продан. Блоке 2 бассейна. Ага, в каждом блоке 2 бассейна. Ну что? Но эта цена не окончательная, друзья, чтобы вы понимали. Это одни из самых таких квартир. Да. Конечно, есть и, конечно... От скольки вообще цены? Самая недорогая сколько стоит? Самая 1 плюс 1 или... Осталось, да? Один, самая вообще недорогая. 94 тысячи евро. Минимальная, которая осталась. Вот, 94 тысячи евро. Это 1 плюс 1, но они не маленькие, они приличные. Осталось очень мало квартир. Сколько там метров в 1 плюс 1? 68 квадратных метров. 68, ага, под 70. Так, пойдем в инфраструктуру, да, еще посмотрим. Пойдем. Итак, инфраструктура. Вам же этого мало было? Сейчас мы вас добьем. Ресепшн, как дорогой отель, ребятки. Так, пойдем сначала туда, а потом туда. Значит, все так.
Зацените, пожалуйста, спортзал. Да, здесь есть живлёжи. Здесь, значит, занимаетесь спортом и смотрите на прекрасные виды Аланийских гор. Жим лежа, ура! Да, вид очень важен для многих, когда они бегут на беговой дорожке. Так, сейчас я сразу вам, конечно же. Ух ты, как красиво, смотрите. Хаманчик. Это римская баня, если я не ошибаюсь. Потолок, как в этом, в Роллс-Ройсе. Да как так все может быть-то красиво? Чего тут? Чего как тут жарко? Не то, что у нас, блин. Теплые полы здесь. А, теплые полы. Че? Вообще просто как... Парное молочко? Дверь окна открыты, если там вообще жарко. А здесь? Слышишь? Ну, здесь массаж. А, территорию для йоги. Пойдемте, покажите территорию. Надо было массаж. Вам же мало было? Как бы вы бы не... Как застройщик, да, размышляют? Сделаю вот это все, наверное, не возьмут без территории для йоги, да? Да. Надо добавить. Вот, вот, друзья, территория для йоги. Травушка. Ага. Своя личная территория для йоги. Небольшая. А вот там уже вот этот участок, который, да, мы смотрели? Да, да, участок. И опять же эта коровка. Коровка уже, да. О, жарко прям вообще. Да, да, сюда прям охота прийти, да? Голышом. А не как у нас. Смотри, что окна открывают, это вообще потеет. Все стены потеют. Все сразу ищут и сделают. Самого нужно. Не экономят, короче, ребята. Так, и еще с той стороны что-то было. Салон снял? Да, там все я поснимал. Красивая, да, такая там? Мы не видели. Так, здесь раздевал. Да, да, да. Так, вот уборка пришла. Ай-яй-яй-яй, друзья, друзья. Это что вообще какое-то? Это место досуга, да? Офигеть просто. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут, оказывается, еще и можно... Здесь студия, за... Здесь студия звукозаписи? Смотри, какой тут стол бильярдный. Зона барбекю. Лучше находится. Вот что можно здесь поделать. Кстати говоря, здесь же празднуют день рождения Малика. Вот сына Малика. Ага. Значит, платите денежку, и вот ребята, которые с нами сейчас ходили, они прямо здесь вам делают шашлыки. А, сами делают? Да, сами, и приносят вам. Вот, пожалуйста, зона барбекю, очень удобно, уютная. Честно, одна из самых уютных барбекю, которые я видел, в принципе. Ну да, тут она так уютненько сделана. И какая-то вот эта матерая, да? Да. Барбекюшница. Да. Пойдемте покажем изюминку. Это праздник дня рождения детей. Сюда вызвали аниматора. Аниматор здесь не занимался. Здесь настольный хоккей. А, прикольно. Детям да вообще прикольно вот тут полазить, да? Помнишь, как мы все время? Ага. Я в сугробе в Казахстане строил себе такое. Ну, поделили. Кинотеатр. Люксовый кинотеатр в доме. То есть здесь, пожалуйста, все это специально, смотрите, да, это на самом деле очень мало. Шумоизоляция, да. Да, шумоизоляция очень мало вообще компасов, которые грамотно делают вообще. Ну так тут, тут прям... Звук правильно подобран, да, здесь, да, четко. Состояние мне хорошее. Хочется заплакать уже, ребята, хватит. Еще не все? Да. А, это же какая-то там студия еще. Вот Рамиль бы тут исполнял. Ю-ху! Комната антистресс. Я думал, что-то серьезное исполнит. Он тоже. Нет, на пианино лучше. Какой синтезатор.
Ну-ка. Все, ребят, я уже больше не могу. Вроде все, да, показали. Очень важное, что хотел вам сказать, Рамиль. Волшебное слово, друзья. Рассрочка. Здесь можно договориться о рассрочке. Минимальную рассрочку, которую можно взять без проблем, это год. Если поднатужиться и долго-долго общаться и выбрать хороший объект, который будет интересен застройщику, можно взять и на 2 года рассрочку. То есть это я вам не говорил. Но вы знаете. Угу. Все, друзья, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, что вы вообще думаете насчет этого всего. Ставьте лайк. Всем пока. Я поехал домой.